Семьи погибших в Актобе получат денежную компенсацию по 5 миллионов тенге, это примерно 15 тысяч долларов. 5 июня боевики напали на два оружейных магазина, где убили продавца, охранника и посетителя. Затем они захватили автобус, протаранили ворота воинской части, убили троих и ранили шестерых военнослужащих. Атаку отбили во время перестрелок в трех районах города. Ранения, правда, получили порядка 40 мирных жителей, но при этом ликвидированы 13 террористов, 9 из них задержаны. Часть боевиков пробилась за цепление и скрылась. Одного, кстати, задержали накануне. Шестерых до сих пор разыскивают.